Право на медицинское обслуживание в шаговой доступности уже четвертый год отстаивает Елена Панюшкина. Женщина создала инициативную группу и собрала 200 подписей, чтобы жителям улицы Рыбинская микрорайона Котельницы вернули четвертую детскую поликлинику. Однажды ее закрыли на ремонт, и с тех пор жители с маленькими детьми вынуждены ездить на обследование и лечение на Шереметьевский проспект. 9 сентября Елена Панюшкина написала письмо губернатору. Через месяц женщине ответил начальник департамента здравоохранения Михаил Ратманов и позвал на встречу. Он обещал женщине, что в 2015 году в 4-й взрослой поликлинике появится несколько отделений для детей. Там будут принимать участковые педиатры. К специалистам ездить все равно придется в больницу, расположенную на Шереметьевском проспекте. Я удовлетворена встрече, и все представители инициативной группы также, потому что мы не ожидали, что Михаил Александрович Ратманов, во-первых, примет нас всех, вот, и во-вторых, для нас было приятной неожиданностью, что наша проблема, возможно, сдвинется с мертвой точки. Пока это, правда, устное обещание, но нам было обещано и письменное сообщение о том, как наша проблема будет решаться.